home. I just want some darkness. It happens every time, but I don't mind. I find a purpose to be. It'll make me feel complete. Feel complete. Добрый день. Завершился весьма напряженный матч. Счет 1-0. Остальное расскажите сами. Когда перед интервью сказал, что не знаю, что спросить, да? Ну, спасибо за игру соперника. Это, наверное, самая эмоциональная у нас игра была за просто весь турнир. Наконец-то победили.
Ну, не знаю, в меньшинстве играли, приятно, что мы наконец-то показали свои яйца, что мы в меньшинстве смогли спокойно отыграть. Не было никакой паники у парней, все как один помогали в защите, отрабатывали впереди всей командой, бежали. Несмотря на то, что 2 недели пропустили, думали, по физике будет тяжело. Ну, было тяжело, но пересилили, что ли, себя, пересилили ноги, которые заплетались. Ну, в таких напряженных матчах решает все обычно один гол или одна ошибка, или что-то еще. Ну, вот в этой игре так и получилось, решил один момент, исход всей игры. Спасибо еще раз парням, соперникам, спасибо за игру. Хорошая игра, вратарь у них в порядке, отличный вратарь. Вот так вот. И вам спасибо, с победой и удачи в следующих матчах. Спасибо. Добрый день, вы провели достаточно тяжелый матч. Много было моментов, стычки, счет как бы не в вашу пользу. Давайте вы сами расскажете по игре. Здравствуйте, это защитник команды Фрайбург Лусан Иван. Ну, игра как бы была очень тяжелая, да. Мяч вообще не летел, не хотел никак лететь в ворота. Ну вот, мы пытались играть жестко, подавить соперника, но вот видите, как бы вот так получилось. Да, сегодня игра на самом деле очень была тяжелая, очень было много стычек. Нам игра на самом деле понравилась, игра была очень эмоциональная. Сегодня столько моментов было, и мы не смогли забить. По игре мы ввели, вот, но и пенальти все изменил не в нашу пользу, конечно, столько моментов. Вот. Да, хотелось бы сказать судье огромное спасибо за этот матч. Хочется, чтобы побольше он судил этих матчей. Спасибо ему огромное, спасибо. И вот. Еще, чтобы он скорую тоже вызывал сразу. Да, то видите, вратарь, там то заморозочка. Я ему предложил один метод, но не получилось. Вот, ну я ничего, я на следующую игру ему принесу заколочку. Надо. Вот, ну все, спасибо судье, да, большое. И вам спасибо, и удачи в следующем туре. Да, спасибо вам.